Не успели водители порадоваться открытию Октябрьского моста, как возник повод для беспокойства. Интернет заполонили фотографии и записи с видеорегистраторов, где зафиксированы трещины в новом покрытии дорожного полотна. В агентстве по муниципальному заказу объяснили, небольшая трещина появилась только в самом верхнем слое покрытия и не влияет на прочность моста в целом. Возникла она из-за того, что из 13 необходимых швов установлены только 8. Остальные не успели сделать итальянские производители. Поэтому места швов временно закрыли асфальтом. С началом весенних работ их планируют вскрыть и закончить ремонт в соответствии со всеми нормами. С наступлением тепла лоток будет скрыт, технология позволяет, и установлен будет деформационный шов. Все разрушение в целом на мосту, оно отсутствует только в тех местах, где идет сопряжение, прикосновение асфальта. Мост – сложное сооружение инженерное. Вот эти все отдельные птички, перекрытия, они между собой гуляются, соприкасаются, и идет сопряжение асфальта, идет разрушение. А если бы стоял деформационный шов, как раз функция шва для того, чтобы вот и не было вот этого соприкосновения. И он играет, как вот позвонки, которые скрепляют позвоночник. Вот. Поэтому, к сожалению, пока опять не установили, как только установим, такого больше не будет происходить.